Всем салем! На связи Казахстан Астана. Это Winline Skills. К нам прилетел челлендж от ребят из команды Сибирь. Мы готовы принять его и сделать намного круче. Итак, сегодня на арене Никита Михайлис, Кирилл Савицкий, Джереми Брако, Александр Борисевич и пятый наш хоккеист Аркадий Шестаков. Итак, челлендж, который мы принимаем от новосибирских снеговиков, называется «Вернись от Тавгая». Есть у нас необычный шлем. Задача наших хоккеистов – проехать все поле и не потерять ни капли воды. Правда, сделать это сможет каждый юниор. Поэтому все остальные члены одевают бамперболы и пытаются мешать нашему хоккеисту. Первый заезд, Никита. И есть у нас результат, есть, вода осталась. Никита, 9 секунд. Итак, следующий у нас Александр Борисевич. Поехали! Хорошо пошел. Просто так дали пройти. Я уже придумал, как я Сава буду мочить. Итак, на счет три начинаем. Раз, два, три. Время пошло. Хорош, хорош. Ой, это было хорошо. Не дать, не дать. О, это было профессионально. 11 секунд. Зато красиво было, да? Джереми готов уже. 3, 2, 1, go! До конца, до конца! Что за профессионалы у нас? Мне кажется, надо Тавгаев поменять. Итак, пятый участник, побьет рекорд или нет? 3, 2, 1, поехали! О-хо! При этом 8.93. Здесь сложный уровень немного. Раз, два, три. Все, стоп, воды нету. У нас Кирилл справился быстрее всех, 8 секунд. 8.91, я думаю, что мы в любом случае были быстрее. Да, и будем переходить к следующему челленджу, уже будем бросать вызов мы. Наш вызов летит в Екатеринбург, погнали! А наш челлендж называется «Чужая клюшка». Нашим хоккеистам нужно будет выполнить хоккейные дисциплины с помощью клюшек. Но клюшки у нас будут нестандартные. Итак, первая клюшка – это клюшка для гольфа. Вторая клюшка для конного пола. Ну а в роли третьей клюшки будет самый настоящий казахский меч. Так какие дисциплины все же нужно будет выполнить? Первое – это булит. Второе – это дриблинг. Ну и третье, конечно же, проверка на точность. Итак, время на старте. Раз, два, три. Поехали. Оу, 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 оу. Назад и назад. Чуть,
Стоп, есть. 27.46, неплохо. Итак, на время начинаем. Первый заезд, Никита, с мячом. 3, 2, 1, поехали. Он решил немного схитрить. Но это было четко, это было красиво. Стоп, есть. 20.61, неплохо. Да, следующий у нас Аркадий, поехали. У Аркадия совсем нестандартная клюшка, это клюшка для конного пола. В целом Аркадий неплохо справляется, не считая того, что мы сбиваем все препятствия. Да-да-да. И со всеми нашими противниками мы делаем так же, просто сбиваем. Стоп, есть. 41.85. Are you ready? Okay, 3, 2, 1, go. Джереми говорит, что очень любит гольф, и по нему это видно. Он к ней обращается как с родной. Оп, есть. 28. Итак, ребята, следующая наша дисциплина – это удары на точность. У нас 4 шайбы, 4 мишени. Задача – поразить все. Все, Кирилл, давайте, поехали. Первая попытка. Почти. Хорошо. Это было нехорошо. Совсем не туда. Итак, поехали. 4 попытки. Оу, рядышком, рядышком. Yeah! Yeah! Хорош, Александр! Есть у нас первая пораженная цель. Так, Джереми Брако у нас с гольф-клюшкой. Поехали, yeah, можно начинать. Yeah! Еще одна нужна. Первый буллит, Никита, с мячом. Поехали. О, хорош. Поехали, вторая попытка. Клюшка для гольфа. Итак, третья попытка. О! Итак, Кирилл, первый буллит, мяч. О! На линии было. Нет, нет, нет. Да, все, поехали, первая попытка. Итак, вторая попытка с мячом. Итак, третья попытка. Клюшка для конного пола. Еще, 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 добивай. Можно еще. Еее!
Итак, Александр, первая попытка, клюшка для гольфа. Выход один на один. Итак, попытка. Барсик! Итак, третья попытка. О, рядом, рядом, рядом. Итак, Джереми, первая попытка с мячом. Просто накатал. Итак, вторая попытка, клюшка для гольфа. Итак, третья попытка, клюшка для гольфа. Итак, парни, неплохо, да, неплохо. В итоге у нас Джереми, давайте похлопаем Джереми. Два гола у него из трех попыток. Джереми, you are good. Ну что ж, наши ребята справились, а мы передаем этот челлендж прямиком в Екатеринбург. Автомобилисты, покажите нам, сможете ли вы лучше. Ну а мы с вами прощаемся. Саубондар!